Всем привет! Сегодня я покажу вам видео, как мы сращиваем столбики для деревянных лестниц. Вот из обрезков таких вот щитов медленных. Самое главное, не забываем подписываться на канал. Ну и смотрим!
общем, вот такие столбики получаются. 80 на 80. Потом мы их либо фрезеруем, либо токарим на деревянной лестнице. Получаются вот такие вот столбики. Квадратные. Делаем такие вот с фрезеровкой. Такие вот токарные. Так, если вам понравилось видео, обязательно подпишитесь, поставьте лайк, ну и напишите комментарий. Всего доброго!